блин, чуваки. Жесть, короче, дебилы просто. Всем хай, дорогие друзья, вы на канале Домашний канал Валерки, и мы снова с вами в Лос-Сантосе, в городе, в котором полно грабителей, всякой дичи, короче, наркоманов и всякое такое шалупение. Итак, мы с вами на прошлой серии делали какую-то сделку, короче, она пошла не по плану, вот. И давайте, наверное, перейдем к Майклу. Вот. К Майклу. За Майкла поиграем. За Франклина вроде два задания выполнили. За Майкла тоже в прошлой серии два задания выполнили. Теперь возвращаемся снова за Майклом. Чувствую себя ужасно. О! Смотри, он приоделся и отлично. Вот, мы увидели, короче, первый раз видим тачку Майкла. Неплохо. Ну, такая, типа аудишки, короче, такая тачка. В принципе, придеваться нету смысла, видишь, у него костюмчик есть, да. Еще бачочков каких-нибудь, типа авиаторов, знаешь, пилотов не хватает. Вот, и, ну, у нас всего, сколько там, 200 баксов, да. Это не так уж и много. Вот, так, давай-ка посмотрим, что у нас, куда нам ехать, короче. Чудиков всяких нету, и смотри, у Франклина появилась Т. Задание, давай поедем к дому Майкла. Ну, в принципе, недалеко, можно сгонять. Ехать недалеко. Вот такая прикольная, знаешь, такая вот тачка, бизнес-тачка такая, можно сказать, да? Опа, не туда поехал, стоп, погоди. Сори, ребята, я не туда повернул раньше времени. Такая вот бизнес-тачка, короче. Бизнес-тачка. Опа, опять пропустил. Окей. Стопэ, ну. Ладно, все нормально, все путем, короче. Починишь, все нормально, я тебе выпишу чек потом. Так, короче, вот мы приехали, опа. А что за тачка? Это дом Майкла, здесь можно посохранить транспортные средства, паркую их в гараже. Окей. Что за тачка? Ты кто такой вообще? Что ты делаешь в моем доме? Поспите? Понятно. Смотри, какая кроватка. Неплохо, да? Все чётенько. Кстати, такой же ковер себе хочу, только на всю комнату. Здесь под кроватью, ну, чисто на кровати, а я хочу чисто на весь пол. На всю комнату. Так, подойдя к гардеробу, можно сменить одежду, понятно, пройдите по дому, чтобы найти себе для себя занятия разные. Окей. Яблочки. Здоровый образ жизни. Там вискарь стоял, я видел. Можно, короче. А чё ты пушку-то достал? Убери. Ты же домой приехал, нахрена тебе пушка. Так. Окей. Батька дома. Окей. Аман? Трейси? Эй! Ну, конечно, надо курнуть сразу. Так. Аманда? Но если ты в моем доме... Пошел ты, Майкл, отвали. Я плачу этой суке 150 баксов в час, чтобы он трахал мою жену в моем собственной кровати. Майкл, уходи. Ой, простите, приятель, он сказал, что у вас договоренность. У меня с тобой будет договоренность, сучка. Я о твоих похоронах договорюсь. Чувак, реально, прости. Я возвещу урок. Ты труп. А ну, иди сюда. Черт, чувак. Эй, ты! Останови его. Уйди с дороги. Майкл, успокойся. Что за херня? Ничего не произошло, просто недоразумение. Он трахал... Она трахалась в моей постели. Все было не так. Поможешь? Черт, помогу. Погнали, догоним ублюдка. Только не убивай его. Короче, жесть. Окей, погнали. Заводись, ну. Погнали, короче. Ублюдок, я тебе сейчас...
покажу. Я тебе сейчас покажу, как в моем доме мою жену. Где он? Он на красной, да, тачке? Да, походу, вот на этой красной тачке. Блин, так носят все машины, я просто охренею с этого баяна. Не мог бы свою-то тачку взять? Нахрена он этот пикап-то взял, он ни хрена не едет. Он перед, прямо перед нами. Окей. Снова движуха. Да, да откуда ты взялся-то? Ну. Твою мать. Кажется, вы упустили. Так, езжайте к каньону. Типа он живет у каньона, окей. Майкл знает, где он живет. Ладно, погнали. Откуда этот автобус-то взялся? Вообще просто. Как будто вот специально, знаешь. Так, вот здесь где-то. Ну, неплохо смотреть домик такой, да? Это наш гандончик. Ни хрена себе неплохо, он наш тренер устроился. Слышь, Будила, ты сбежал от того, как мы утрясли наш вопрос. Майкл, дружище, ты все неправильно понял. Эти мрази думают, что им вокруг все должны. Так, и что делать? А, надо дальше проехать. Окей. В кузове есть лебедка. Привяжи канат к одному из тех столбов. Хочешь разрушить его дом? Эй, этот урод разрушил мой брак. Чувак, зачем же делать из мухи слона? Как скажешь. Я же сказал, этот урок возмещу, чувак. Так, этих уроков было до хера. И мне кажется, вы там не только удар слева отрабатывали. Удар слева, а Мэнди стал куда лучше. Просто иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом снова двинуться вперед. Да? Думаю, мне стоит подняться к тебе и тоже потренировать удар по твоей роже. Дружище, твоя негативная энергия меня сейчас просто убьет. О, я очень на это надеюсь. Все готово. Ты пришел в мой дом, взял мои деньги и трахнул мою жену. Совсем глузу съехал, урод. Слушай, дружище, я искренне раскаиваюсь, это было невежливо. Серьезно, я перед тобой виноват. О, как мило с твоей стороны, как благородно. Давай я тебе еще поаплодирую. Сраный ублюдок. Чувак. Вот сейчас посмотрим, как тебе понравится, когда твоя жизнь пойдет под откос. Эй, постой, ты все не так понял, приятель. Ох, твою мать. Так, короче, мы сейчас будем разрушать дом. Ну, вперед, посмотрим, что будет. Давай, погнали. Газуй, 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 газуй. Чувак, ты реально безбашенный. А, черт, ты только глянь. Жми педаль, кореш. Франклин сидит там, поддакивает. Давай, давай, жми, 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 чувак. Чувак, эта хрень, походу, сейчас рухнет. Давай, братан, возьми и сделай это. Все отлично. Жесть, короче. Зашибись, посмотрим, как ему это понравится. Ну и нихрена себе, чувак. Получаю, ублюдок, привет веранде. Слышь, куришь, тут, кажись, накрыло не только веранду. Безрассуден тот, кто строит дом свой на песке. Вряд ли старина Матвей думал о грузовиках и дописал эту херню. Так, вернуться в дом Майкла. Ни хрена просто. Ну, по делам чуваку, короче, будет знать, с кем связывается. Так, это кто? Мистер Де Санта? Какого черта? Это не мой дом. Гонишь. Брат Тейла, разве я могу позволить себе такие хоромы? Я же тренер. Я теннисом себе хлеб зарабатываю. Сюда забежал так спрятаться. Дайте мне телефон. Ты. Тебе конец. Ты труп. Ты труп. Мартин Мадраса тебя прикончит. О, мадам, вы меня напугали. Прям до смерти. Ты труп, ты труп, Мартин Мадрасо. Да пошла ты. Опаньки, кореш, Мартин? Мартин Мадрасо? Вроде она так сказала. Черт, чувак, он здесь вообще всем заправляет. Молись, чтобы... Да что тут молиться? Девка тупо в истерике, не парься. Тренеру стоило трахать эту русскую деваху. Этой овсе явно нужно расслабиться. Ты труп. Ты труп.
Shit, ты трёп. Но ты же всю жизнь разрушил кореш. Стоп, 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 чё, походу нас громило на хвосте. В смысле? Вот это да? Вот это да? Ну-ка. Ну-ка, валим. Идите от людей мадрасы. Да ладно, в смысле? Стоп. Я могу за Франклина, короче, играть. Надо, наверное, отстреливаться, да? Ну, давай сейчас мы, короче. Давай, давай. Чё, водилу, водилу, водилу мочим, короче. Так, один готов. Ну, не водила. Надо мочить водилу, короче, или по колесам стрелять. Гадин, ну и... Отлично, готов. Опять не того замочил. Окей, ладно. Да стоп, стоп, стоп. Мадафака. Свалим, брат, вперед. Все, отлично, они свалили. Ни хрена просто, машину раздолбили. А нет, смотри, едет. Он просто развернулся, видать. Да блин, с этой маленькой точки не прицелиться вообще ни хрена. Да, Майкл будет так же, как и я, походу. Да блин! Так, а чувак, смотри, вышел из машины. Скажи все. О, теперь кажи все. Да. Ладно, поехали домой. Так, надо, короче, за Майкла, да, наверное? Все, поехали. Воу-воу-воу. Она сама прыгнула под колеса, я не виноват. Он тоже сам прыгнул под колеса, я не виноват. Короче, теперь надо ехать домой и спрятаться, наверное, да? Этот Матрасу или кто-то? Матрасу. Мистер Матрасу. Надо ж так назваться, короче. Мистер Матрасу. Матрасу. Как его там? Мандо Матрасу? Мартин Матрасу. Мартин Матрасу. Матрасу. Окей, ладно. Все, почти приехали. Тачку бы по-хорошему, не знаю, спрятать бы куда-нибудь или уничтожить, знаешь. Блин, вообще она даже въехать в горку не может, охренеть. Все, приехали. Спасибо за помощь, парень. Не думал, что будет так жарко. Черт, стащить дом с холма. Тот еще способ насолить врагу. А я думал, все это дерьмо в прошлом. Даже не знаю, что за хрена тень происходит. Вот черт, мне кажется, мы сейчас узнаем. Смотри, они за нами приехали, короче. Вы знаете, кто я? Вы знаете, кто я? А? Нет? Не знаете, да? Кажется, знаю хорошо. Я знаю, кто ты, и знаю, где ты живешь. Как тебя зовут? Франклин. Права. Итак, Франклин, может, расскажешь мистеру Де Санта, кто я такой? Кажется, вы Мартин Матраса. Хороший мальчик. Теперь расскажи ему все, что ты обо мне знаешь. Чувак, мистер Матраса... Мистер Матраса очень уважаемый бизнесмен. Его по ошибке обвиняют в руководстве мексиканской банды в Америке и перевозке наркотиков. Но обвинения были сняты, поскольку все свидетели пропали. Умный мальчик. А теперь Майкл. Я задам тебе один вопрос. Воу. Зачем ты час назад разрушил дом, представляющий собой настоящее архитектурное чудо в стиле Modern Vinewood Hills? Я думал, вы владели страхи от моей жены. Странно, что у тренера по теннису был такой дом. Да, как-то сразу не подумал. Это уж точно, да уж. Что ж, Натали придется пожить в отеле, пока идет ремонт за твой счет, да? Конечно. Хорошо. И мне кажется, ремонт обойдется где-то 2-2.5 миллиона. Разумеется. Супер. Это, смотри, тёлка похожа на Риану, да? Потрясающе. Она реально похожа на Риану. А, давай, чувак. Чёрт, ты в норме?
Как никогда. И что теперь? Похоже, со ставкой придется повременить. Твою мать. Дружище, я в долгах по самую макушку. А деньги я умею делать только одним способом. Для начала придется связаться со старым другом. Мне нужен Лестер. Думаю, он в городе. Возможно, придется его поискать. Я займусь этим сам. Дай мне немного времени. Конечно, чувак. Твою ж мать. Окей, вот ну, на два ляма попали. Просто жесть. На два ляма. И, короче, я так предполагаю, что Майкл сейчас возьмется за старое и... будем грабить банк. Здравствуйте, это номер Лестера Креста. А кто спрашивает? А кто отвечает? Знаешь, ты чересчур осторожен. Даже для покойника. Майкл. А, ты что-то не весел, дружище. Даже смерть не лишила тебя так-то и обаяния. Заходи в гости, старина. Я тоже живу в Лос-Антосе, как и ты. Мариетта Хайтс. Эй, стоп. Как ты... Ах ты, сука. Окей. Так. Мы нашли Лестера, актер разблокирован Аманда. Окей. Псины бегают, а нам нужно к Лестеру. Так, где наша тачка? Вон тачку я вижу. Короче, я так понимаю, что Майкл будет, короче, сейчас разрабатывать как план, наверное, ограбление или искать, что украсть там или что-то, короче, такое. Вот. Ну, я так полагаю. Окей. Так, Лестер. Ну, блин, далековато живет. Чувак, Лестер, короче. Ладно, ну погнали. В принципе, без... Блин, ты-то кто? Доктор Френдлер. Так. Привет, док. Майкл, я смотрю свой ежедневник и не нахожу там вашего имени. Док, вы же знаете, я редко записываюсь на прием. Прием без записи стоит дороже, но я всегда с радостью готов вам помочь. Радостью готовы помочь, пока у меня есть деньги, да? Док, я в плохом состоянии, возможно, скоро зайду. Так, теперь Майкл может посетить доктора Фридлендера, который находится в облаке. Окей. Он находится в облаке. Так. Блин. Или сначала съездить, короче, к доктору. Давай, короче, сгоняем доктору. Я, короче, да, реально в плохом состоянии. Давай сгоняем доктору, послушаем лекции, что делать можно, что делать нельзя, короче, и промоют нам мозги. Вот. А потом уже с Лестером разберемся. Лестер, в принципе, никуда... Да что там? Но кто все мне там все пишет? Кто все... Кому я все... Слишком рано для тенниса? Допустим, у меня не будет нового тренера так скоро, и мне нужен партнер для игры. Боюсь, что моя рука слабеет. Рука слабеет. Другой у тебя там ничего не слабеет. Так, погоди, у меня что-то еще там. Две сообщухи, нихрена себе. Какие-то в продаже. Кастеты уже в продаже. 9 уникальных разновидностей. Понятно, мне нахрен они не нужны. Так, кто? Прогрессируйте, и вы увидите результат. Дорогой Майкл, я так рад, что вчера мы встретились. Хочу подчеркнуть, терапию необходимо продолжать и дальше, это очень важно. Скоро мы добьемся больших успехов в вашем лечении. У вас просто удивительный прогресс. Ведь психотерапия работает лучше всего именно тогда, когда она кажется бессмысленной тратой денег. Жизнь полна смысла, у вас много проблем, но вместе мы сделаем из вас полезного члена общества. С этого вам и дальше принимать лекарства, читать мои книги и постараться найти причину ваших приступов ярости. Мы еще расколем этот орешек, амиго. Мы ведь в этом деле заодно. Майкл, вы потрясающий человек и безумно рад работать с вами. Но, к сожалению, медицина в нашей стране неблаготворительности, поэтому я снова повышаю расценки. Всего на 75%. Весьма разумное решение, если учесть, как напряженно мне приходится работать. Док, я даже не знаю, по-моему, эта херня мне не помогает. Я просто псих и все время чувствую себя не в своей тарелке. Только что я был спокоен, тут же слетаю с нарезки. Прямо не знаю, что делать. Вы повышаете расценки? Снова? Ух. Окей. Всего-то, говорит, всего-то на 75%. Ни хрена себе он. Ни хрена... Не, нормально. Надо идти, короче, психотерапевту работать. На 75%, ни хрена себе. Это почти на 100% накрутка, почти. Так, а по шоссе вы по этому гоняли уже, нет?
Здесь-то движуха, наверное, жесткая. Опа, опа, смотри, то чувак. Чего, блин? А! Я думал, это чувак, короче, ты повис. Сейчас упадет. А это. Просто такая плакат такой. Кто там все кашляет? Я вроде на шоссе еду, кто-то кашляет. В смысле, умагат? Всем страшно все, что я разогнался, что ли, или что? А, тут разворот надо, ни хрена себе. Так, так, ты куда, погоди, стоп. Почему вот именно когда вот мне надо было повернуть там, объехать машину, фура начала поворачивать? Я говорю, это специально сделано, чтобы ты долбал тачки. Просто. Так, окей. Опа, ну ни хрена себе. Я говорю на психотерапевта, ну ты смотри, Порш. Порш у этого, у психиатра. Это нормально? Вообще жесть. И смотри, какой домиха. Домиха, не хилая домиха, да? Просто смотри, такой. Кубик. Come in, Michael. Заходите, Майкл. Yeah, thanks, doc. Да, спасибо, док. Как вы? Ну, хорошо. Дела идут неплохо. Нет, на самом деле все просто ужасно. Ничего похожего на неплохо. У меня было отреагирование. Это ведь так называется, да? Отреагирование. Так в чем именно состоит проблема? Все плохо, док. Очень плохо. Жаль, да, слышать? Расскажите. Не знаю. Мы так давно ведем эти беседы, что я научился понимать, что именно выводит меня из себя. Ну, вещи, о которых я слетаю с катушек. Например, моя семья. Мой сын. Дочь. Моя жена. Особенно жена. В смысле, из-за них у меня крыша рвет, док. А тут еще этот эпизод. Вернее, кульминация целой серии эпизодов. Я снес дом одного мексиканца. Прямо со сраного холма. Мне кажется, я думаю, что снова увяз, док. Опять увяз в прошлом. Мне нужно заработать денег, а я умею это делать лишь одним способом. Вы чувствуете потребность в объяснении своих решений, Майкл. Возьмите на себя ответственность. Так? У вас возникли другие жестокие потребности, друг мой. Я чувствую, что делаю определенные успехи, док. Никаких выходок. Ну, почти. Сорвался пару раз. Но черт. Мне действительно лучше. Не забывайте, Майкл. Отрицание – краеугольный камень рецидивов. Вы еще не вполне здоровы. Отвергнуть совет, а последовать совету. Давай последуй. Док, а я просто хочу быть счастливым. Разве это плохо? Понял. А как насчет вашей сексуальной жизни? Я вел себя хорошо, док. Очень хорошо. Никаких проблем. Рад это слышать. Очень-очень рад. Продолжайте в том же духе. Это отлично. Док, я просто сам не свой сейчас. Когда жизнь пошла под откос, вы склонны к деструктивному мышлению. Да нет, не думаю, док. Мне не особо нравится происходящее. Меня преследует страх насильственной смерти, но почему-то я все время попадаю в ситуации, когда меня хотят убить. Как же люди, которые убиваете вы? Ну да, но я же не для забавы. Уверены? Так, док, что именно вы хотите услышать? Что я психопат, обожающий страдания? Или социопат, которому насрать на все правила? Мы ведь это уже обсуждали, не правда ли? Я не тот, не другой. Я просто расширевший бывший вор, никаких не может въехать. Пошла совсем не так, как я ожидал, короче. Я действую спокойно и неуверенно. Только в тех случаях, когда в руке у меня ствол. А я за мою голову... Майкл, вы все время там что-то... Вы считаете себя неудачником? Я плачу вам, чтобы разговаривать с вами о моих проблемах. Я богат, я несчастен. Дети меня терпеть не могут. Жена мне изменяет. Док, я убиваю людей без всякого сожаления. Черт, я же типичный житель Лос-Сантоса. Минуточку, вот она. Кажется, я начинаю прозревать. Это... Думаю... Нет, знаю. Дело в том, что... Я боюсь, что я... Ну, разумеется. Но наше время истекло.
Нормально. See you До next встречи. time. Okay. Ну ладно. Короче, психиатру, походу, просто насрать, короче, знаешь, ему деньги, ну, вот он время отработал, деньги, да, ему насрать на душевность человека, там, просто 500 баксов, минус 500 баксов, а, 7 360, оттуда у меня такие деньги. Окей, ладно. Ну-ка, давай заглянем, что у нас Франклин занимается, чем у нас занимается Франклин, что он там... А, короче, Т, знак этого вопроса, там было восклицание, вопроса, был значок, короче, вот. Вот, всего одно задание, да? Рядом с домом как раз мы и находимся. Окей, давай посмотрим. Ну да, конечно, прикидон, Франклин себе надел, желтая рубашка какая-то, короче, не ахти, неинтересно. Так, где тут? А, опять это... Привет, я знал, что ты придешь. Давай, 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 запрыгивай. Нет? Это знакомая. Та, а, Таниша, да, ебал. Тоня, ты что, по жизни обдолбанная? Да пошел ты, Ламар. Ну, то есть Франклин, кто ты там? На районе все знают, что ты стал гламурным типом. Да, блин, если гламур означает, что я теперь не курю крэк, как в 92-м, то да, все верно. Мерзкая. Что? Сука. Чего? Ладно, извини. Но что же ты забыл про пацанов? Уже бит, дела не очень, ему нужна помощь. Никер, нам нужна твоя помощь, иначе мы все потеряем. Хорошо. Что надо сделать? То же, что и раньше, малыш, нужно немного помочь с эвакуатором. Для такого мужчины, как это, ты пустяк. Ладно, но тебе пора завязывать. А то у тебя совсем крыша едет. Ни хрена, она просто такая обдолбанная. Ладно, погнали. Снова, короче, тачку эвакуировать надо, по ходу дела, да? Ну, погнали. Никогда не мог мне отказать, Франклин Клинтон. Окей, читаем, короче, сами там. Этим. Субтитры? Блин, я пропустил поворот. Я пропустил поворот. Голос такой у нее вообще. Окей. Нормально все. Лопс. Видал, как парковаться надо? Видал, видал? Просто мастер своего дела. Все, погнали. Давай, запрыгивай сюда, быстро. Возвращайтесь к Тоне. Гоу, гоу, гоу. Она настолько обдолбана, что идти не может просто. Идет валяжно. Так, ладно, погнали. Сейчас, короче, по-быренькому как кого-нибудь отбуксируем. И если ничего не появится, короче, у Франклина, то вернемся к Майклу. Пойдем к Лестеру. Так, я там, короче, пропустил, что там в субтитрах написано было, кого и что там надо буксировать. Ну, сейчас увидим. Сейчас увижу. Просто видал, как я проскочил мимо всех. Мимо всех и вся. Нормально, этому танку, короче, вообще не страшно даже аварии, просто он сносит все. Какого хрена ты на мою полосу видел? Я разогнался, он на мою полосу, короче, повернул. Зачем? Зачем так делать? Зачем так делать? Создает просто условия ДТП. Так, ладно. Вот мы приехали. Полагаю, вот этот джипар, да? Поставьте эвакуатор так, чтобы понятно. Давай задом к нему подъедем. Разворот. Твою мать. Ча. Вот так. Вот так. И все, короче, мы сейчас подъедем и все. Так.
Оп, стоп. Так, опускать как? Окей. И поднимать вот так, да? Цепляется само. Смотри, чувак бежит. Да ладно, я только на минутку встал. А, это, короче, хозяин машины, да, окей. Нет, чувак, на минутку он встал. Все вы встаете на минутку. Машина конфискованная, заберешь ее потом. На штрафстоянке. Бабусиков только не забудь заплатить. Кстати, если я работаю, короче, эвакуатором на штрафстоянку, да, то мне же какие-то поблажки, наверное, должны быть. Типа, если мою машину конфискуют, какой-нибудь скидос, наверное, чтобы ее выкупить или бесплатно, типа. Я же все-таки помогаю, типа. Еще я, короче, слышал, типа, тут можно найти бизнес, да, покупать свой, типа, кафе, там, клубы всякие покупать, короче, получать какой-то доход с них. Если я правильно понимаю, то напишите там в комментариях, что интереснее, что лучше купить, если, конечно, это можно сделать. Ну и также в комментариях там пишите, типа, свои там, короче, пожелания, типа, куда сходить, может, типа, сгонять теннис там поиграть или еще в что-то. Так, припарковать вот сюда, да? Блин. Надо, короче, как-то... Я не знаю, как-то заезжать, чтобы... Ты что, курил? В смысле, курил? Так. Всё. Франклин, я тебя благодарю, ты же знаешь. Ну, еще увидимся. Окей, все нормально. Увидимся. Вот это слово «увидимся» меня, короче, напрягает. Видать, мы еще не раз будем кататься на этом эвакуаторе. Ладно, погнали. Даже не спрашивай, сестра. Да опять же, Би никак не может сам за ум взяться. Давно пора вышвырнуть его на улицу. Какая сделал не то слово. А, как сама-то? Еще не бросила своего пижона с Карсон Авеню? Дандре? Да ладно, погоди, это сестренка бывшего Ларонды? С этой девкой кто только не спал. Что с парнями такое вообще? Ты им... Самую мякотку отдаешь, а они за шелухой бегают. Вот точно, сестра. Никогда не понимаю, какое у них сокровище, пока не потеряют. Хорошо, позвони позже. Короче, бабские эти. Как их называют-то? Да как их там, бабские штуки, короче, послушали. Так, ладно. Все, у Франклина ничего нет. Погнали за Майкла. В смысле? У меня показано на одно задание, короче, у Франклина. Где оно? Что-то я не могу понять. Где-то далеко, что ли? Здесь вот? Нет? В смысле? Показано, типа, одно задание, а, типа, его нет. Смотри на карте. Странно. Ладно, может, появится. Может, какое-то определенное время должно быть. Ну, вот. Окей, давай за Майкла, пошли к Лестеру, короче, сгоняем. По идее, мы должны, короче, очутиться недалеко. Я хожу. Не забудь про чаевые. Они плачут, получают что-то. Что, грабитель банков может заняться тяжелой работой? А, не может заняться тяжелой работой. Чё за... Чё за тёлка? Вот, про что я и говорил, вот, смотри, очечки. Выглядит солидно, просто. Так, дорогой Майкл. Майкл, где деньги, мать твою, если мне снова придется к тебе прийти, будет гораздо хуже, чем в прошлый раз. В смысле, где деньги? Все нормально. Все нормально. Так. Дорогой Майкл, продолжайте выполнять дыхательные упражнения, перестаньте искать виноватых. Надеюсь, скоро вас увидеть. Исайя Фридлендер. Блин, язык сломаешь. Окей. Так, ладно, погнали к Лестеру.
Погнали к Лестеру. Все-таки как-никак надо, короче, что-то решать с этими, с двумя лямами. А что за... Блин! На карту засмотрелся, короче. А что там за... Вайнвуд. Экскурсия какая-то, что ли? Прикольно. Смотри, можно на экскурсии даже еще покататься. Клево. Можно будет попробовать. В кинотеатр, кстати, можно будет сходить еще посмотреть что-нибудь. Интересно, там реально кино будет показывать или что? Да почему вы всегда вот поворачиваете именно в то место, куда я еду? Зачем так делать? Зачем так делать? Ни хрена себе, какая мощная прям мусорка. Мощная урна. Вот смотри, опять. Зачем? Удоны. Настоящие удоны. Фига Лестер забрался просто где-то на окраине города. Ох ты, ни хрена, я так обрулил. Обрулил вообще шикарно. Блин, Лестер забрался просто вообще далеко. Очень далеко. И короче... Воу-воу-воу! И короче, я чувствую... ну, не чувствую. Это... короче, банк это грабанем. Ну, я думаю, мы будем грабить банк, короче. И... Стоп, стоп. Эй, стойте, помогите. В смысле, помогите. Что тут? Этот псих там свою подружку лупцует. Не знаю, что делать, он же ее так убьет. Где? Идем скорее. Опа-опа. Она кричала нет, он все равно ее бил. В смысле? Есть, давай, давай. Ах ты, сука, дернешь этот труп. Давай сюда деньги. Ха, нормально тогда. Воу-воу-воу. Короче, меня загасили. Охренеть. Прикинь, просто западня. Охренеть. Блин, я только до Лестера доехал. Почти, почти я доехал до Лестера. Охренеть. Почему-то, я почему-то думал, что это, короче, западня, но я почему-то пошел. Блин, а где тачка теперь? И чё, оружие? А не, оружие, смотри, осталось. Надо было отбежать в сторону. Отбежать в сторону, а потом достать пушку. Не сразу. А я сразу, короче, достал пушку, и они начали стрелять. Окей. У меня тачки нет. Так, надо какую-нибудь машину. Не знаю. Тачка, наверное, осталась там. Да? О, давай вот эту. Смотри, какая прикольная. Ни хрена себе, бабуся. Эй, бабуся. Ни хрена себе на такой тачули, бабуся. Охренеть. Вот эта бабка дает. Вот эта бабка дает. Блин, опять, наверное, далеко ехать. О-о-о! А видал, машина такая вот низкая, короче, она просто под джипар, просто вот. Просто под джип, короче. Ну слушай, неплохая. Ну, как бы к управлению к ней, к ее управлению надо привыкнуть, короче, но. Слушай, неплохая тачила. Прям вот знаешь, как стариной попахивает. Так, окей. Лестер. Все, приехали. Мусоровоз какой-то. А можно к тем чувакам, короче, еще раз подойти, типа, они там, интересно, тусуют, и просто всех перегасить, не знаю. Так, а где у нас тут Лестер? Здесь? Ух ты, смотри, камера. Лестер, чтоб тебя, ты меня впустишь или нет? Минутку. Ни хрена, все, на автоматике. Я тебе уже заждался. Я же умер. Аллилуйя, видимо, умер ты не насмерть.
Тебе нужна моя помощь. Как ты догадался? Хорошо, что ты сюда пришел, а иначе зачем ты здесь? Лестер, я не был очень хорошим другом, я знаю. И ты собираешься наверстать упущенное, выполняя мои просьбы? Точнее, я имел в виду, мне надо кое-что сделать, так почему бы не помочь друг другу? Мне нужны деньги. Так ты снова в игре? Похоже на то. Послушай, Лестер, насчет того, что случилось. Я знаю, что ты не называл моего имени, знаю, что я не засвечен, знаю, что ты никогда меня не предавал. Что касается тебя, то я никому не сказал. Что вместо того, чтобы физического разлагаться на кладбище, ты морально разлагаешься в Лос-Сантосе, в компании психоаналитика. И жены, которая больше тебя не любит. Да уж. Раз на то пошло, помолчи. А пришло сообщение. Жалкий студентишка, падла. Сраный шарлатан. Кто? Джек Норрис? Ну да. Лживая тварь. Я читал его вонючей рассылке. Он долбанный мошенник. Я слышал, он заявляет, будто там что-то... Как, одевая все проекты, продавая нам пластмассовое говно с убогими возможностями? Настал час расплаты, лживый мудак. О чем, черт возьми, ты говоришь? Пришло время примерить белый воротничок, о котором ты давно мечтал, Майкл. Вот, возьми это. Это стильный рюкзачок, который будет специально создан для 45-летнего дяди, застрявшего в 70-х годах, и облачись в костюм гениального математика-миллиардера, страдающего аутизмом в слабой форме. Что, блин? Скоро в твою карьеру ложного мести скрадется фатальный баг. Так, Лестер, проваливай отсюда. Позвони, когда будешь готов. Мы можем естественному отбору сделать свое дело в наших каменных джунглях. Это будет весело, братишка. Ты издеваешься надо мной? Я специалист по банкам, а не по сетевым штучкам. Будет тебе и банк скоро. Найду что-нибудь. Как в старые добрые времена. Так, зайдите в магазин Я охренею с этих названий, короче. Ни хрена себе такой рюкзачок, неплохо, да? Ладно, погнали. Погнали в Сурбурбурн. А, отлично. Погнали, в Сурбурбурн. Так. Короче, нам нужно приодеться, как там, как он там выразился, я такое не повторю. И куда-то, короче, проникнуть. В какую-то компанию, что ли, я так понял, да? Под видом айтишника. Воу! Да развернись ты уже. Не получилось развернуться. Блин, он такой, на таком ошибе живет, что вообще далеко, просто все далеко. Почему нельзя было сделать, типа, это, ну, близко все. Так, в принципе, блин, успеем еще наездиться на этих... поворот! Всегда бы так разворачивался, видал, кувыркнулся, короче, и дальше поехал. Блин, а там, видал, какая-то чила просто в меня сейчас впилилась. Неплохая. Смотри. Ладно. У нас тоже неплохо. У нас тоже все отлично. Кстати, такую тачку где-то я видел. В каком-то фильме, по-моему, в сериале. Старом, короче. В каком-то старом, да. Не помню, как-то там... Ночной гонщик или ночной рыцарь как-то, или ночной там, как кто-то там ночной, короче, по-моему. Так, отлично, Сурбурн. Приехали. Так, а что мне, извините. Что мне покупать-то надо? А мне пригласили на собеседование в одну IT-компанию. Мне нужно что-то такое, чтобы выглядеть, ну, знаете, технарю. Помоложе. Потеряли работу, надо как-то жить дальше, да? Бывает. Ну, не то, чтобы потерял. Ну, конечно. С моим папой также обошлись.
И теперь вам можно не выглядеть белой вороной. Как насчет жилета и шортов карго? Купите подходящую одежду. Так, окей. Айтишник, смотрите. Да? Так, жилет. Вот, погоди, вот такой нормуль. Шлепс. Окей. Так. А шорты нет, что ли? Шорты ему, нам не надо? Если забыть про чувство собственной достоинства, то сойдет. Удачи на собеседовании. Goodbye. Так. А шорты нет? А есть шорты там какие-нибудь другие? Погоди. Погоди, я хочу другие шорты. Есть шорты? Шорты есть. Шорты есть, а если найду? Да ладно, тут больше ни к чему не подходит. Ничего нельзя купить больше. Ну ладно. Нет так нет. Такой просто, смотри, айдишник на такой тачуле. А чё он двери-то не закрывает, короче? Так, остров, да, например? Майкл? Я переоделся. Итак, что нужно сделать? Прототип находится где-то в офис Life and Wonder. Найди его и подключи к нему штуку. И что, меня просто так пустят? Почему нет, если ты выглядишь подобающим образом? Жди, пока кто-нибудь не откроет дверь и действует. Хорошо. Ну ладно. Ну ладно. Попробуем. Просто взять войти, короче. Оу, народ, вы живы там? О, молодцы, хорошо. Хорошо. На мне греха нет, они живы. Короче, нужно просто войти, ну, приехать, войти и поставить штуку какую-то. И уйти спокойно. Никто нас не заметит, не должен заметить и просечь. Просто войти, поставить, уйти. Войти, вставить, уйти. Все. Вот и если бы я это немножко притормозил, то бы в меня врезались. Так, окей. Вот он офис. А, вон туда. Стой, 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 стой. Ну ладно, чё. Покрасишь баллончиком потом. Так, окей. Направляйтесь к черному входу. К черному входу даже. Ладно, погнали к черному входу. Черный ход здесь? Окей. Короче, войти, ставить, уйти. Войти, ставить, уйти. Привет, привет. Да, все хорошо. Руководство хочет больше функций, но мы и так на пределе. Раз такое дело, то нам придется урезать функциональность. Тем более, мы планируем через год выпустить платное обновление. Ну что, надо-то надо. Ну, вы понимаете, в смысле, мы должны выпустить бета-версию в четвертом квартале или в третьем. Я не против жестких сроков, но когда требования к проекту меняются чуть ли не каждый день, то и работать очень тяжело. Понимаете, о чем я? О, мы знакомы, перекур... Законный перекур уже закончился. Погодите, мы знакомы? Да, думаю, да. Вы наш временный айтишник, да. Вы должны кое-что для меня сделать. Вам надо оформить заявку? Нет. Нет, я не хотел бы, чтобы это попало в базу данных, меня понимаете? Так, окей. Нас все отлично, как бы нас приняли за своего, так что. Так, что бабла, я реально займусь пропагандой технологии, а может даже и на технологии буду пропагандировать все что угодно. Короче, теперь проще. Теперь нам нужно просто найти чего-то и вставить. Вставить куда-то. Вставить чего-то куда-то. А смотри, если бы вы, ребята, разрешили мне использовать ту ось, которую проблем было не возникло. Ну и грязь у тебя на харде, бро. У тебя антивирус есть? Кажется, да, за этим хламом слева зашел на опасный сайт, потом сильно жалел. Ага, такие сайты на работе не открывай. Знаешь, у моего сына постоянно та же проблема. Я закрою свой очок, но постараюсь что-нибудь сделать. Твой сын ходит? Супер, лучше программу пишешь лет до 30. Потому что уже работаешь как-нибудь.
Это просто... Чувак, короче, просто тренировал руки. У него тут всякая дичь, короче, повыскакивала. Да. Вот, ребята. Нельзя ходить по подразделительным сайтам, короче. Нельзя лазить по подразделительным сайтам. И... А то будет вот такая вот штука. Окей, запустить антивирус. Где у нас антивирус? Погоди, а где антивирус? Вот антивирус. Просканировать, окей. Что-то Titty City, Fox Thai Girls. Покер, смотри. Короче, он фапал свою руку и играл в покер. Уничтожить, окей. And that should do it. Вот так нормально. За это перед заходить только на безопасный сайт. Да. Заходи. Чё, блин? Ты видел прототип в демозале? Когда Норрис покажет его на своем докладе, все просто мозги вынесет. Это точно. Что, блин, чуваки? Жесть, короче, дебилы просто. Ну я типа, я же типа айтишник, я должен был, короче, подыграть им. Так, окей. Что у нас тут? О, здорово. Круто. Как он еще понимает, да, это все? Я бы не справился. Выйти из здания. Окей, выходим из здания. Че, эти все? А, уже сидят, смотри, на своих местах. Смотри, там больше не дрючи. Не дрючи там больше, окей? Так, а че я? Я могу пробежаться-то? Че тут вообще происходит? Че за дичь-то у этих айтишников? Вообще какие-то... Жесткие типы. Так, куда? Ниже? Окей, ниже. Блин, серия уже подзатянулась немножко. Но надо, короче, докончить. Докончить это задание и все. Все, я могу бегать-то. Во, отлично. То идет, идет, что-то плетется, непонятно. О, хочу вот эту тачку. Хочу вот эту тачку. Во! Давай, давай, иди. А че она упала-то пластом? Эй, Майкл, погоди, погоди, хедшот, я влепил тебе хедшот. Лестер, я ставил эту штуку в прототип, иду домой смотреть презентацию. Друг мой, пришло время для израта. Лестер, ты меня слышишь? Ты опять играешь в эту игру? Да, да, извини, ты сделал свою часть, а что, ты не любишь шутеры? Они все одинаковые, ты же знаешь, я люблю кино, вайнскую классику. Маленькая классика закончилась 30 лет назад. Короче, супергерои, всякие ремейки, комедии. Вот, это как раз он говорит о нашем, короче, да, вот сейчас современном времени. Супергерои, классику уже никто не смотрит. Супергерои сейчас, типа, Марвел и всякие ремейки постоянно делают. Вот. Блин, тачка офигенная. А если я поставлю ее в гараж, то я смогу, короче, ее оставить себе? Смотри, какая тачула. Просто огонь. Посмотрим, короче, исчезнет она или нет. Так, ладно, что там дома? Надо посмотреть, да, телевизор? Так. Боже мой, вы просто отстой. Выйди. Нет, я же смотрю, что это слава. Очень жаль, нахрен. Нет, 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 нет. Блин, дочурка, дочурка-то ничего, да, такая? Найдите канал Фантастика. Так, а как это переключать? Вот, во. Встречайте мистера Джея Норриса. Дождитесь момента, когда Джей Норрис достанет опытный образец, позвоните ему. Наша команда, компания с тех пор, как мы ютились в раздевалке у бассейна в доме моих родителей в Ист-Хэрвин, сегодня в наших глазах рождается новая эпоха. Настает эпоха полного и безоговорочного мирового господства. Мы выложили в открытый доступ личные данные миллиарда людей и неплохо на этом заработали.
Это, короче, знаешь, мы используем самую молодую рабочую силу в мире. Это, короче, тип этот. Средний возраст 14,5 года. Это впечатляющее. Революционное достижение. Это, короче, этот, блин, как его? Как ВК-то, Дуров, да, или Фейсбук. И сегодня, прямо здесь, мы сделаем новый шаг вперед. Сейчас вы увидите будущее. Дочить. Мобильное устройство Life Invader. Да, мы изобрели то, что никому никогда не приходило в голову. Небольшое персональное устройство. Так, а чем мне позвонить надо? Друг за другом, что-то, погоди. Аманда, Франклин, вот, Джейн Эрис. Ну давай, и сдохни, минутку. Похоже, кто-то звонит, типа, на телефон. Алло? Оооо! Боже мой! Во, Лестер, ого! Да ну нафиг! В прямом эфире просто... Охрененно. Просто охрененно. Жесть. Лестер просто жгет, мать его. Лестер жгет. Окей, выполнено. Добавить друзья. Нихрена себе, добавил друзья. Так, Майкл может переодеваться у значка в своей спальне. Так, погнали, короче, сохраняться. Сейчас Лестеру позвонить. Где у меня вход в мою комнату? Лест, это было нечто. Ты новости смотришь? А мне не нужно. Я слежу за рынком, буду торговать альфой до самого закрытия. Ладно, как наше дело? Ага, да, конечно, давай займемся делом. Приоденься поприлично, встретимся у склада возле автострады Лос-Антос. Кстати, сейчас пришлю тебе ссылку на брокерский ресурс, можешь и сам немного поторговать. Я предпочитаю держаться от внутренних дневных торгов подальше, но могу и посмотреть. Да, окей. Хорошо. Так, ладно, поспим сейчас. Сохраним игру. Вот. И на этом я буду заканчивать. Серия уже подзатянулась. Что-то уже второй раз у нас по 50, там почти по часу серия идет. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, пишем, да, комментарии там. Я уже, по-моему, это говорил. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.